Друзья, всем привет! Сегодня, я не знаю, уже день 5 постройки фасада на моем гриль-домике. Сегодня будем преображать фасад, покрасим его в красивый темно-серый цвет. Предварительно мы фасад уже загрунтовали на два слоя, буквально просто с пульверизатора. Пошли на два слоя, прошло у нас где-то часа 4, и можно приступать к покраске. Так что, ребятки, смотрите, как сейчас будет преображаться фасад. Кто пропустил предыдущие серии, фасад у меня из вот такого материала. Фибра, цементный сайдинг от BFTech. И это супер бюджетный вариант, который мы сейчас преобразим в супер дорогой. Кстати, хочу показать, насколько укрывистая краска. Тут вот зазор, ну не знаю, ну миллиметра 2-2,5, ну не 3. Короче, краской вот этой без проблем можно закрыть вот эти швы. Оп. Шва больше нет. Кстати, друзья, если кому понравился цвет краски вот этой, я, получается, брал в Леруашке вот такая краска Люксенс. Не знаю, сколько она, конечно, держится, написано защита до 10 лет. Вот, и прикол, вот, прям в Леруашке колеруют. Так, сейчас, номер N499, вот это что за цифра, я не знаю, что написали. Ну, в общем, вот такая краска, в принципе, бюджетный сегмент. Если кому надо, заезжайте в Леруашку, берите. Ну и вот так вот четко по-современному начал выглядеть уже домик. Буквально 2 часа работы с перерывчиками, и у нас с супругой получился вот такой крашеный красивый фасад. Кстати, если мы подойдем поближе, мы отчетливо сможем видеть структуру под дерево, хоть мы и покрасили. Ну прикольно ведь, не правда ли?
Ну, а в следующей серии я покажу, как по красоте сделать оконный отлив и также как сделать облицовку всего окна, чтобы это было и бюджетно, и красиво. Так что, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорых встреч!